Всем привет, с вами Metal Sonic, и сегодня мы... сегодня мы начнем проходить такую замечательную игру, как Spider-Man для первой PlayStation. Ну, давайте я звук потише сделаю. Так, думаю, отлично. Так, давайте зайдем... Вот, я хотел сказать, давайте зайдем в опции, посмотрим, что здесь... Что здесь со звуком. Давайте видео погромче сделаем, а... Музыку вот так, ну, где-то сел, все назад. В общем, давайте без промедлений начнем играть в эту игру. Ну, я хотел бы пойти на нормале, в принципе. Давайте начнем. Ну вот мы, в принципе, начинаем игру. Как вы поняли по сюжету,
некий негодяй ворвался на какую-то научное мероприятие, скажем так, где доктор Октавиус представлял свое изобретение. Потом он утащил это изобретение, а антипод превратился в Венома. А еще некие злодеи распустили по всему городу какой-то веселящий газ. Нам нужно с этим справиться и вернуть свое доброе имя. Ну, так или иначе, давайте будем проходить нашу миссию. В первой миссии надо добраться до банка и спасти заложников. Кстати, паутина в этой игре, так сказать, кончается, как и в мульте, и в комиксах, поэтому надо пополнять ее этими картриджами. Ну ладно, это не так уж и важно, вы все это, в принципе, знаете. А еще я выбрал перевод от фирмы Вектор, потому что, ну, сами понимаете, мне кажется, он самый такой качественный, что ли. Ну ладно, вот давайте поймем этого негодяя каким-нибудь особым способом. Так, что за хрень? О, вот, отлично. Да, в этой игре есть много способов, как убить врага. Давайте наденем, например, перчатки из паутины. Вообще, эта игра, мне кажется, такая одна из лучших, если не лучшая, по паучке, потому что я ее... Ну, не знаю, сколько раз уже прошел, не сосчитать. Можем даже залезть так на спину и побить. Вот. В общем, игрушка довольно занимательная, крутая. Рекомендую всем поиграть. Ну, хотя зачем рекомендовать? Я думаю, уже все в нее поиграли. Здесь вот, если заметили, нарисован Карнаж из комиксов. Ну, ладно. Кстати, вот это светило издание Фантастического четверки. Но мы туда еще доберемся, так что давайте пока разберемся с супостатами. Так, вот очередной злодей, который наивно думает, что победит меня своим пестиком. Ну ладно. Тем не менее, давайте поднимемся вниз. Так, ну давайте полетим к следующему зданию и посмотрим катсцену. Да, но это была эпичная сцена. Ну ладно. Я не понимаю, почему в этом переводе черную кошку называют котом? Что, не видно, что ли, что это, не знаю, девушка, а не парень? Возможно, у переводчиков этой игры были какие-то проблемы. Ну ладно, давайте пройти на здание Фантастической четверки. Да, в этой игре есть комиксы, которые разбросаны по уровням, их нужно собирать. Но все же мы их собрали. Ой, в смысле его комикс. И отправляемся к банку. Так. Я слышал, что вот если постараться, то тот вертолет можно запрыгнуть. Ну, в принципе, я не пытался такой хренью заниматься. Давайте пойдем обходным путем, чтобы не спугнуть бандитов. Вообще, посмотрите, какая вот интересная графика. Для PlayStation это довольно, ну, круто. Даже если, например, сравнивать с Гарри Поттером, то там такая, не очень графика была. А здесь, в
принципе, смотрите, все здания прорисованы. Даже сейчас продемонстрирую вам. Здесь есть даже отражение, что круто. Ну ладно. Тогда мы столкнулись с неким синдикатом. Синдикат Нжита. И мы должны этих чубриков победить. Так, как бы их по-тихому-то? Так. Так, одного убрали. Теперь. Что-то я боюсь, если честно, спускаться туда. Так. Так, там, в принципе, мало чуваков осталось. Так, вот камера в этой игре неудобная тем, что... Ну, посмотрите, вот. Она поворачивается только, когда вы поворачиваетесь спиной. И то через несколько секунд. Ну ладно. Давайте отправимся в банк. Так, я, по-моему, кого-то пропустил, не? А, вот. Офигеть, чувак нас за один метр не видит. Ну ладно, давайте. Не, давайте сделаем купол из паутины. Оглушим чувака и побьем. Вот так. Так. Так, теперь, как уже паук заметил, мы идем спасать заложников. Но я не буду пока сохраняться, потому что уровень следующий, это довольно легкий. Так, ну вот мы незаметно так пробираемся внутрь банка. Давайте заберемся на крышу и устраним чувака. Вообще вот в этой игре мне нравится такое разнообразие, то что сначала ты идешь по улице, летишь между зданиями, потом заходишь в банк и спасаешь заложников. Ну, тут еще много, в принципе, таких вещей приятных. Вот, ну ладно. Ну, пасхалок тут тоже предостаточно. Так, ну, вот мы видим заложников и террористов. Так. Давайте пинок под зад. Так, давайте возьмем паутинки немножко. Вот так, да. Подкрепимся, скажем так. А здесь есть? Здесь тоже есть паутинка. Отлично. Мы во все оружие. Давайте. И, кстати, мне вот довольно интересно, кто, какой человек ходил по банку и разбрасывал паутинные картриджи. Это что, заначка Человека-паука? Ну ладно. Так, ну, мы, значит, попадаем в какую-то контрольную комнату. Получай, говнюк. Ну ладно, давайте все откроем. Первое, я рекомендую открывать вот эту дверь. Вот, открывайте в том же порядке, в котором и я. Для, ну скажем так, для безопасности. Так. Вот из-за чего, из-за этих бандитов. Потому что они могут попросту убить заложников. Так. Давайте. Так сделаем. Хопа, лети в стенку, придурок. Так, ладно. Кстати, многие заметили, что у паука нет паутинок. Мне кажется, так даже прикольнее. Ладно. Какой-то классический паук. Знаете, кого он мне напоминает? Бывает. Я же в серии комиксов Ultimate Spider-Man. Так вот, там в самом начале был такой костюм без паутинок. Ну ладно, ну вы поняли, о чем я говорю, в общем. Так, вот здесь вот. Лучше не рисковать. Тут такой запил гитарный играет. Вообще музыка в этой игре довольно классная. Как-то добавляет атмосферы, что ли. Так вот, заложники низкополигональные какие-то. Так. Давайте их спасем.
У нас какие-то сидушки стоят, давайте их. А, ладно, пофиг. Кстати, сейчас я покажу вам секретку одну. Если кто не знал, то тут лежит комикс. Я постараюсь вам показать все комиксы. Это такой, знаете, некий гайд. Гайд по сбору комиксов. Ну ладно. Кстати, я когда играю в эту игру, люблю вот так прикалываться. Беру предмет и несу к лифту. Вот он, лифт. Вот сейчас приготовься к фейлу. Да, в этой игре странная физика. Ну ладно. Что происходит? А, все. Так, мы оказались в банке. Там за углом стоит бандит. Давайте кинем в него вот этот цветочный горшок. Так. Получай. С одного раза сдох. Если честно, какие-то слабенькие террористы, я бы сказал. Не могут устоять перед парнем в красном трико. Который намного младше их. Ну ладно. Блин, не убивай их. Фух, этого изверга мы завалили, он никого не убил. Ну ладно, давайте пройдем дальше по вентиляционной шахте. Так, я не понимаю, зачем нужна вот эта комната. Серьезно, тут же большой экран с помехами. Нафига она вообще нужна? Ну ладно. Это уже мои придирки, в принципе. Кстати, мне нравится то, что тут показан свет экрана. Наверное, для этого и была сделана эта комната, чтобы пощеголять эффектами. Ну ладно. Так, вот это вот, в принципе, легкая миссия. Я даже видел такой видос, что можно убить бандита сквозь стекло. Я даже постараюсь это можно сделать. Так, а может вот так можно сделать? Не, вот так. Вы же это видели? Так, я их сразу убью, давайте, сквозь стекло. Вот уж до этого я никогда бы не додумался так. Их возможно убить. Ну ладно, я не буду растрачивать паутинные картриджи. Давайте откроем большой сейф. Так, здесь у нас слитки золота. И откроем комнату с заложниками. Так, ну это довольно жестокая сцена для детской игры. Ну ладно. Ну, я думаю, многие знают, что делать с этой бомбой. Те, кто не знает, то ее нужно просто взять и в прямом смысле этого слова вынести из комнаты. Так, вот третий комикс в этой игре. Ой, что я твою? Ладно, смотрите. Берете, бросаете в сейф и закрываете его. Вот и вся миссия. Но мы благополучно совершили подвиг и спасли мирных жителей. Так, давайте запишем нашу игру. Так, давайте я напишу имя свое имя. То есть название моего канала. Вот так. Ну, в общем, следующий уровень вы увидите в следующей части. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока!